Всем большой привет! В общем-то, я снова не снимала где-то месяцок, хотя мне казалось, что я не снимаю максимум недели-две, но как зашла посмотреть, когда было последнее видео, оказывается, месяц назад. Затянула я что-то. Но вообще, я каждый день была в ожиданиях, что нам все откроют, будут разнообразные влоги, но не тут-то было. Локдаун за локдауном. На прошлой неделе хотя бы были открыты торговые центры, но на этой неделе уже все закрыто, дистанционка, все по домам. Кстати, пишите в комментариях, как у вас обстоят дела, дистанционка у вас или же нет, открыты магазины или закрыты, мне будет интересно почитать. Так, мы сейчас с родителями едем за город по делам, потом нам надо зайти в продуктовый магазинчик такое, и, конечно же, берем вас с собой, поэтому поехали. Так, мы сейчас приехали в новый парк, мы сейчас и проверим, что здесь открыто. А ничего. Аж ничего. Мы заезжали, мы сразу возле Роспана вышли. Представляешь? Да. В общем-то, мы идем в Росман. Надо здесь... Смотри, о, сразу мыло. Сразу, да. Так. Нет, мы пришли вкуснее, да? За мылом. Угу. Сразу попали на то. Что нам надо? Да. Ой, такая прям вишенка с клюквой, очень. Да, а это арбузик, да, вроде бы? Нет, а, нет, это грушка. Тоже журавина и грушка. Тоже такой запах с кислинкой. Угу. Вкусненький. Смотри. Ой, кокосом пахнет. Все, и смотри, сразу касса. Как надо, да? Ой, понюхай, какая этот пахнет. Угу. Чем-то таким непонятным, ну, да? Маршмеллоу, что-то такое. Ага. Конфетки. Ага. Такое вот что-то. И что нам еще надо? А нам нужно вот это, по-моему. И что-то нам нужно вот с этой серии масла. А это что у нас? Это просто в таких коробочках, да? А это? Это просто бальзам, а это маска. А я думала просто эти коробочки. Это шампунь, шампунь. 3 минуты чуда. Смотрите, какая сейчас коллекция в Росмане. Такое все красивенькое, блестящее. Сейчас вам покажу, какой хайлайтер есть. Вроде бы это упаковочка. Да, смотрите, какой. Блестящий. А это что у нас? Тоже, наверное, сейчас тут будут тенюшки. Сейчас главное открыть бы одной рукой. О, смотрите, какое. Мне, конечно, не нравятся такие темные оттенки. Мне нравится более такое все пастельное, розовенькое. Может, это пастельное. Тут более такое все яркое. У нас уже вовсю товары к Пасхе. Тут она 4 апреля. А в Украине Пасха, кстати, 4 мая. Разница месяц. И вот тут корзиночки разные. Зайчики. Вот это еще надо взять, умывашку. Угу. Она типа с крабика, да, я так поняла, идет. Угу. Что возьмем? Этот, конечно, Росман побольше, чем у нас возле дома. Угу. Какие-то такие штучки. Такие баночки. Если вы знаете, что это. А, это молочко до лица.
Угу. Сейчас смотрим разные масочки. У меня была подобного плана где-то дома, но я не помню, где она. Где-то лежит. Сколько различных. Ой, неоновая. Ничего себе. Неоновая. Неоновая. Нанесла я на дискотеку, больше выделяется. Она, видишь, какая перламутровая. Да, да. Угу. Голубенькая. Кактусик, фламинго. Ай-яй-яй, да? Ай-яй-яй, да. Продавать. Самое время продавать. Пасхальная тематика. А, нос закрыто. Ага. Нежная такая. Ага. Красивенькая такая. Ну, закрыто. Представляешь? Еще и вторая вещь. Минус 70%. Да. Магазин пустой. Только такое. Оптика открыта. Бижутерия. Бижутерия тоже закрыта. Все а, закрыто. Тоже закрыта? Они просто там внутри ходят. Да, работники, работники, да. Росман открыт. Аптека, Росман. Да. Вот так вот. Спасибо. Спасибо, спасибо, очень приятно. Ну, мы на выход. Да. А сейчас где мы дальше едем? Суши. Угу. Все, приехали. Ждем, пока нам приготовят суши, и пока заехали в Lidl. Давай, достанешь, я в тебя верю. Я вот думаю, кофе брать такие или или какие взять? Ну, эти 30%. Ладно, я его не так часто пью, возьму вот эти. Угу. Берем? Да. Днем занимаемся спортом, а вечером мороженка. Классно они сделали, да? Ага. Ага. Да. Я ж говорю, днем спорта, вечером мороженка с фильмом. Вот именно. Какая диета? Так, 3 и 3. Тут такой большой выбор. Глаза разбегаются. Какие хочешь, с кокосом, с персиком. Разные-разные, даже просто лед есть в пакетиках. А нам уже нет смысла на такой попкорн смотреть. Мы отлично готовим, ага, себе сами. Я хотела сказать, а что ты делаешь в этом отделе? А под что? Фильмец что-то смотришь? Ну, конечно. О, есть тут сметанка? Да. А с чем ты ее будешь кушать? Не знаю. Давай думать. Надо нам она? Ну тогда я бы перец сделала фаршированный. Ну ладно, до которого она? До 26 марта. Может, еще перец приготовим, да? Давай.
разные йогуртики. О, наши сырки. Да. Очень мне понравились. Раз, два, три, пять, шесть. На втором у него сырок. О, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Так бери прямо уже сразу в этой коробке. О, точно. Ага, конечно, она с двух половинок. А, я думала, она такая маленькая. Нет. У нас сейчас такая тележка сырков. Так, ну что, мы уже готовы кушать всю эту вкусняшку. Вот, я, конечно, заказывала 3 рулки, но мальчик нам сделал 4 за ту же цену. Очень, чему мы рады, конечно же. Больше наедимся. Вот, сейчас наш папочка пошел на почту. Письмо ему там пришло и придет, и мы сейчас будем кушать. Так что всем остальным тоже приятного аппетита. Приятного аппетита.